Тверь готовится к масштабному ямочному ремонту дорог. Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, цена контракта – 15 миллионов рублей. В рамках договора подрядчик должен отремонтировать более 15 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия. Организацию, которая будет латать ямы на городских улицах, должны определить в ближайшие дни по результатам конкурсных процедур. Наш корреспондент проинспектировал ряд тверских магистралей, а также пообщался с водителями и узнал, как они оценивают состояние дорог. Минувшая зима продемонстрировала жителям европейской части России весь спектр погодных явлений. Аномальные морозы резко сменялись по-настоящему весенними оттепелями и наоборот, что не есть полезно для асфальтового покрытия. Автомобилисты сетуют, что именно с началом таяния снега некоторые тверские дороги начинают покрываться рытвинами и трещинами. Состояние дорог в столице Верхневолжья водители оценивают неоднозначно. Ну, средне. Бывают и плохие, и хорошие. Во дворах очень плохие. А, допустим, вот на таких более-менее больших дорогах? Более-менее нормально. Бывают, конечно, рытвины, не без этого, но сейчас весна, это обычное явление. Дороги нарастали вместе со снегом. Но, наверное, асфальт разрушается и появляются ямы. Ремонтировать, наверное, надо менять. Качество изготовления дороги. Если нормально Вокзалова сделали, уж который год она нормальная, так же проспект Калинина. Они делали, они нормально сделали. А все остальное – это ямочный ремонт, который каждый год... По словам автомобилистов, проблема ямочного ремонта актуальна для всех районов города. Например, этой зимой жители Твери активно звонили в редакцию нашего телеканала по поводу рытвин на улице Коминтерна. Немало вопросов и у жителей Соминки. На улице Благоева в 2019 году был сделан абсолютно новый асфальт, но после этой капризной зимы начали образовываться ямы. А на соседней улице Мусоргского ситуация еще хуже. С приходом весны на тверских дорогах, как грибы после дождя, стали вырастать ямы. Улица Мусоргского, улица Край. Здесь целое засилье рытвин и трещин. В рамках ямочного ремонта все эти недостатки должны быть устранены в течение нескольких месяцев. Ямочный ремонт в этом году обещает быть масштабным. Согласно информации, которая опубликована на сайте госзакупок, залатать ямы на тверских дорогах обойдется городской казне в 15 миллионов рублей. Техзадание контракта обозначено 662 участка дорог. Это объекты во всех районах Твери. Подрядчик должен будет восстановить изношенный верхний слой асфальтобетонного покрытия. В рамках контракта заплатки появятся на улице Мусоргского, Благоева, Красина и целого ряда других. В том числе дорожная техника должна появиться и на многострадальной улице Коминтерна. Когда и где появятся первые заплатки, будет известно позже. Организацию, которая будет ремонтировать тверские дороги, должны определить в конце марта, когда завершатся конкурсные процедуры.